Медицина в нашей стране не стоит на месте. Появляется новое оборудование, которое позволяет проводить более углубленные исследования. На рынок поступают новые лекарства, изменяющие тактики лечения пациентов. Наш город не остается в стороне от нововведений. Между КБ номер 50 и Приволжским окружным медицинским центром ФМБА России налажено тесное взаимодействие. Оно включает в себя в том числе обучение и консультативную помощь, которую нашим врачам оказывают нижегородские коллеги. В рамках взаимодействия наш город посетили ведущие специалисты в области урологии. Опыт такой работы уже не первый в нашем городе. Мы активно сотрудничаем с Приволжским окружным медицинским центром. И за последние 3 месяца это уже 4-й приезд специалистов в наш город. Первые 3 касались в большей степени первичного звена здравоохранения, поликлиник. Это были приезды кардиологов, неврологов и главного акушера-гинеколога был приезд. Сегодняшняя задача – это уже оказание специализированной помощи, в частности, урологической. Во время каждого визита специалисты ПОМЦ вместе с саровскими коллегами проводят прием сложных пациентов. Совместно медики корректируют тактику лечения, назначают дополнительные обследования, при необходимости принимают решения о госпитализации и проведении операции в окружном центре. Здесь очень опытные врачи, которым я уже говорил, что мы уже общаемся уже более 20 лет. Вот, зав. Отделением, он врач высшей категории, его хорошо знают и не только в нашей области, но и в регионе, и в России его знают. У нас были в свое время даже планы здесь провести совместные исследования. Вот, я думаю, это будем в дальнейшем делать. А так, другие врачи, большинство врачей – это мои ученики. Недавно в КБ номер 50 появился новый литотриптор. Это новейшая лазерная установка для дробления камней, отвечающая всем современным мировым требованиям. Таких в области считанные единицы. Специалисты Приволжского окружного медицинского центра, которые уже имели опыт работы с этим оборудованием, во время визита помогли саровским коллегам в запуске и настройке. Кроме того, заведующий урологическим отделением клинической больницы номер 3 ПОМЦ ФМБА России Максим Дырдик в формате мастер-классов провел на новом литотрипторе 3 операции по удалению камней в почках. Ассистировали ему наши хирурги. В качестве врача я впервые нахожусь в городе Саров. С коллегами, с которыми мы уже много лет друг друга знаем и общались неоднократно. Очень приятно удивлен структурой медицинской помощи, организацией медицинской помощи здесь, в городе Саров. Очень хорошая техническая база. Это все обусловлено особенностями оказания медицинской помощи для жителей города, потому что он является уникальным образованием федеральным. В ближайшее время в КБ номер 50 запланирован визит и других специалистов из ПОМЦ ФМБА России. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.